Nieci. Можно попробовать вот туда поехать. Оно все приходит в одно и то же место. Я не помню, что там, ну как бы, так сказать, в целях эксплуататорности, поскольку у нас такой ранг получается сейчас, почему бы не... То есть здесь я уже знаю, что здесь будет. Мы сейчас будем смотреть на... Мы останавливаемся обычно вот там, да? То есть мы сейчас будем смотреть на эту выжженную область. Как бы вопрос. И мы сейчас только если траверсить, попадем в этот деревья, а так мне придется по ней опять ехать, и оно там стики уже. Вопрос, как бы, вот там вот лучше или нет, да? Вот это еще не стики, это что? Я сейчас встану вот туда вот сейчас, вот давай вот туда вот встанем на бугор и глянем и туда и сюда. Что здесь хочешь делать? Ну давай. Хочешь, а у меня сдох этот самый телефон-то. На этот? Я знаю. Ну давай, ты хочешь, чтобы я тебе на твою снял? Давай. Ну, так, нет, сначала нужно мне дать камеру. Да, ну давай, давай вдвоем. Дерево прикольное. Ты хочешь в лыжах залезть? Короче, у меня есть подозрение, что вот там вот будет еще один hidden stash. Я даже знаю, что это будет. Просто вот как бы... Не получилось бы так, что нам придется еще и болдер потом садиться. Не-не, ну охренеть, ну да, ну можно просто прямо поехать сейчас тут и все. Там какие-то кусты впереди, ну, черт с ними, или вот туда вот.